внутрь башни. По габаритам, видите, какая? Это платформа больше на танк подходит, чем на подходом башни. Наводчик-оператор, который здесь сидел, погиб, и механик-водитель погиб. Вот этот единственное выделил, правильно, многослойная броня, лобовая. После этого удара он отвернул, ему бок дали. Простой РПГ, дешевое. Вводит старым дедовским способом машину строить. Особенно, что ключей и запчастей там для ремонта нет, зато есть вот габарит аварийной остановки. Разные. Единственные, здесь и шрапнели, осколочно-фугасные и подкалиберные. Разные.